Украинские болельщики на этих выходных могли увидеть и даже пощупать звездных баскетболистов. В Киеве состоялся долгожданный баскетбольный праздник «Матч звезд». На увлекательном шоу побывала и наш корреспондент Алена Завора. Сначала баскетболисты решили немного позабавить публику и провели конкурсы защитников, снайперов и слэм-данков. Оказалось, что этот украинец лучше всех исполняет дальние броски. Руслан Отверченко – снайпер хоть куда. А вот этот невысокий американец – еще тот данкер. Он попытался забросить мяч в корзину, перепрыгнуть через капот автомобиля. Не вышло. Я долго отрабатывал этот трюк, хотел удивить публику. Но ничего, в следующий раз я вам покажу, на что способен. Даю слово. Все победители конкурсов получили денежный приз по 10 тысяч гривен каждый. В отличие от трюкача Калпеппера, Отверченко уже решил, на что их потратит. За этот приз я свожу своих друзей-баскетболистов в ресторан. Порезвились и хватит. Пришло время звездной битвы. На трибунах негде яблоку упасть. Фаны поддерживают обе команды и аплодируют каждому мячу. Еще бы, ведь на площадке собрались настоящие звезды баскетбольной суперлиги. Великаны долго гонялись за мячом, но так и не смогли определить сильнейшего в этой встрече. Победила дружба. 124-124. Первая ничья в истории звездных матчей. Играли для болельщиков. Хороший праздник баскетбола получился. Я думаю, все довольны. Поэтому старались не получить травму, но и при этом сыграть для болельщиков. Все здорово, отлично. Алена Завора, Сергей Тищенко, «Спорт подробности», телеканал Интер.